Вот такая у нас беда. Пес описал софу. Вот такое пятно, смотрите. Ужас. Мы вызвали сотрудников клининговой компании и понаблюдаем технологию очистки софы. Ничего комментировать не буду. Это наш пес Арчи, ему около 6 месяцев, еще глупый, наделал такие дела, а вот теперь приходится все исправлять. В общем, работали они где-то минут 20-30. Просто я уже поубирала лишние минуты, потому что все однотипно.
Иди понюхай еще раз. Конечно, что стесняться. Это вот такое. Это мокрое, сейчас соберем еще. Это пятку. Я тут это руками. Это от рук, вот так. От рук, ну, Цветами пахнет. Да, вы это уксусом задали. Конкретно где было пятно, Настя? Покажи. Вот именно. Это вот так вот. Ну, это она размазала, она же чистила. А пятно где? А где само было пятно? Где? Так оно все растеклось. Растеклось? Да. Ну, оно же вот было. Ну вот мы когда первый раз нанесли средство, оно сразу поднялось, вот где такие желтые лужи. Тут и вот тут вот так вот. Угу. Вот не надо. Эй, эй, сейчас он опять сделает. Выведи его туда. Это вот у нас дома не было, она с ним не справилась. И он ей наделал. Ну вот. Угу. Сейчас до вечера пускай сохнет. Ну, не садитесь, не трогайте его. Ну, я смотрела, он прям так сильно высасывал, аж ну, да, мощный, то было видно, что мокрое, а потом раз белые полосы, все, ну, всю водичку. Ну, влажность все равно осталось. Угу. Ну, понятно. Пылесосом вытягивает, потом это поднимает средство еще, вот химию, которую мы наносим, оно еще поднимает, а мы опять раз, опять ее вытягиваем. А какая химия была? Ну, вот мы герхер добавляли, вот этот вот. Угу. Оно как бы хорошо и гипоаллергенное это. Угу. Вот. И как бы для этого аппарата как раз предназначение. Да. А вот чтоб не пахло? А вот не пахло, мы уже потом это вот этим кондиционером. Угу. Он тоже с ароматизатором идет. Угу. Ну ясно. Давайте выльем, еще посушим. Ну, в общем, если среди вас есть специалисты в этой области, посмотрите и подскажите, правильно они выполняли свою работу, что можно было бы добавить. В общем, жду ваши комментарии. Давить, посмотреть. О, вот так вот. Именно на тех местах, где было пятно. Нормально, ничего не выдавливаете. А пахнет? Чем пахнет? Цветами. Цветами пахнет. Вот сейчас вот. Ну иди, иди сюда. Я тебя вот сфотографирую. Виновник торжества. Радуется. Нельзя туда прыгать. Это еще бы обработали чем-нибудь отпугивающим. Арчи. Арчи, иди на место. Арчи. На место. Зови его на место. Иди на место. Куда пошел? Ну, посмотрим, как почистили. Свет включу. Если помните, какие тут были разводы. Сейчас все чисто. И пахнет цветами, реально. Ну, спасибо. Все хорошо.